Заполярный Ямбург принял участие в географическом диктанте. Местом проведения стал дискозал КСК. Организатором площадки выступила служба по связям с общественностью общества, а провести помогла служба по спортивно-оздоровительной и культурно-массовой работе Управления по эксплуатации вахтовых поселков. Всероссийская акция проводится ежегодно, начиная с 2015 года, по инициативе Русского географического общества. Участники отвечали на вопросы, собранные в два блока – 10 легких и 30 посложнее. На прохождение теста отводилось 45 минут. Задания и варианты ответов во время телеэфира зачитывали известные артисты, находящиеся на орбите космонавты и робот Алиса от Яндекса. В Ямбурге мероприятие прошло в теплой, дружеской атмосфере. Первое, что бросилось в глаза, 10 вопросов из блока легких, они легкими не показались. Были, конечно, вопросы и на логику, и на какие-то узкие знания. Вот. Иногда просто, скажем так, вопросы, которые проверяли твою удачу. Интересно мероприятие.